Этот день был похож на другие, и в то же время он был необычным. 26 сентября – тысячный день пятилетки. В этот день архангельские портовики, работники погрузоразгрузочного района «Экономия» трудились в счет октября. А всего с начала года они уже обработали сверхплана десятки тысяч тонн народно-хозяйственных грузов. Порт постоянно расширяется, идет его реконструкция, строятся новые современные причалы.